Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Chaotic Shop. Здесь мы выступаем в роли продавца в музыкальном магазине. Так, давайте сразу, наверное, перейдем непосредственно к игре. И, в общем, это небольшая игра, которая была создана за короткий промежуток времени. Работает она на движке Unity, и здесь мы, собственно, будем, друзья, заниматься продажей различных музыкальных инструментов. Смотрите, это кто? Это разработчики? Да, судя по всему, это разработчики, друзья. Вот дизайнер. Ну, сразу видно, что настоящий дизайнер. И вот это вот кодер, судя по всему. Так, ну что, давайте разбираться, друзья. Мы сейчас находимся за прилавком. Тут у нас куча барахла всякого. И, похоже, нам собственноручно, да, судя по всему, придется гитары собирать, смотрите. И также собирать синтезатор. Я так понимаю, это уже нам придется вручную. Здесь инструкция у нас. Верстачок небольшой. И куча-куча различных предметов. Так, по-моему, там уже кто-то есть. Да, твою мать, я не успеваю во всем этом разобраться. Смотрите, куча наушников, куча здесь дисков, насколько я понимаю. Даже тачки на улице, кстати, гоняют. Так, мужику потребовалась гитара. Так, здравствуйте, здравствуйте. Да, сейчас будет. По-моему, у нас там готовая где-то гитара была или нет. Да, вот она готовая. Давайте сразу продадим готовую. Так, у нас самое быстрое обслуживание. До свидания, приходите еще. Че он там нам дал? О, смотрите, куча бабла. Двадцатки, полтос и куча десяток. Так, я так понимаю, нужно, да, складировать все это дело в кассу, друзья. У нас там еще монетки, смотрите, валяются. Может, надо еще сдачи давать. Хз, блин, я не могу сразу все купюры взять, потому что я теряю кучу времени. Твою мать, уронил. Так, нормально, нормально. Главное... по-быстрому как-то это сделать, смотрите, я мажу иногда мимо кассового аппарата. Но в итоге вроде как купюра провалилась все-таки в нужное место. Да твою мать, хватит падать. Касса вообще закроется автоматически или мне надо как-то ее самому закрывать? Не знаю, ну короче здесь... А, да-да-да, все нормально, друзья, закрыл кассу. Здесь у нас указана сумма, которая внутри находится. Не знаю, можем ли мы тратить вообще эти деньги пока что. Но, судя по всему, здесь мало чего реализовано. Так, ладно, давайте собирать гитары, короче, поймем, как собирать гитары. Итак, у нас есть гриф с головой и есть корпус, собственно. Что нам нужно еще? Струны. Так, вот эта вот хрень. А где струны вообще? Так, вот такие вот две штуки. И струны остались. И вроде как гитара готова, но где струны, я понять не имею. Так, у нас, друзья, заказчик новый. Вот ему как раз-то, судя по всему, нужны струны и снова красная гитара. А, вот струны. Да, друзья, так. Здравствуйте, ваши струны. Извините, я очень неловок. Держите. Ну, в общем, вы поняли. И второй, кстати, уже заказчик у нас. И, кстати, он долго ждет синюю гитару. Так, синяя гитара. Давайте тогда ему сначала отдадим гитару. Так, здравствуйте, до свидания. И красная у нас же есть готовая. Твою мать, готовой красной нет, друзья. Так, ладно, за струнами. Сейчас быстренько хватаем струны, доделаем. Я надеюсь, она сама как-то автоматически... Да-да-да, соберется, отлично. Так, и еще какой-то диск он хочет, альбом какой-то группы. У меня здесь она есть? Да, вот она, отлично. Так, забирайте, ну забирайте быстрее, все. Замечательно, друзья, успеваю пока обслуживать. Очень в попыхах все это делается. Так, теперь открываем кассовый аппарат. Я надеюсь, никто не свистнет деньги, потому что, честно говоря... Я, наверное, лучше продолжу собирать гитары, друзья, пока у меня есть время. Так, давайте соберем одну красную, одну синюю. Сейчас быстро это сделаем. Так. Ну, зато я уже разобрался, как это делать. И струны остались. Жалко, несколько предметов нельзя взять. И пока что у нас даже покупателей никаких нет, так что я успеваю, друзья. Отлично, гитара готова. Кидаем ее на пол, просто затаптываем. Боже мой, раскидываем все говно. И сюда... Сейчас мы сделаем синенькую гитару. Здесь есть там покупатель? Да, друзья. Так, синие наушники, струны и синтезатор, друзья. Так, здравствуйте, ваши синие наушники. Только не трогайте вот эти деньги, пожалуйста. Струны, вот они. Держите. И, кстати, нормально положил, удивительно. И синтезатор, не знаю, как его сделать. Так, давайте, короче, уберем этот хлам пока что временно. Так, сюда... Платформу, собственно, основу. И, я так понимаю, клавиши только нужны. А клавиши у нас, наверное, здесь где-то рядом со струнами. Да, вот они, клавиши. И все, да? Да, и все, кстати, синтезатор очень легко сделать. Так, держите.
Всего доброго, спасибо. Деньги-то прошлые остаются, вроде как, да. Тут кучка уже небольшая образовалась. Так, никто мне не свистнул бабло из кассы, а то какой-то подозрительный тип просто подходил сюда к кассе и смотрел, что-то странно. Мне кажется, мне нужна охрана, друзья. Так, пока что можно сложить бабки, пока никого нет. Там кто-то диски разбросал, блин, надо их на полочку обратно затолкать. Сейчас давайте с деньгами сначала разберемся. Монетка, блин. Так, еще одна купюра. Смотрите, у нас уже неплохой заработок за сегодня. А, и, собственно, день закончился. Друзья, блин, я не успел деньги. Я надеюсь, они останутся на следующий день. Пожалуйста, только не заберите мои деньги. Так, следующий день, друзья, сейчас посмотрим. Нет, они пропали. Вообще абсолютно все пропало. И как будто это рестарт, на самом деле, а не следующий день. Блин, было бы классно, если бы они продолжали, разработчики, работать над этой игрой. И сделали уже полноценную игру. А то здесь геймплея с гулькин нос, на самом деле. Просто рестарт уже начался. Так, давайте, кстати, поднимем диски. Почему они валяются? Они с самого начала валяются. Ну-ка, так, эй, жироват немного. Да, посмотрите, боже мой. Так, расставляем. Аккуратненько. Рэп, кстати, рэп мы выкидываем. Забирайте, кому нужен. Ну, хотя это не русский рэп, ладно, оставим. Сюда вот. Вот сюда. Какой-то тяжелый рок или, может, металл. Вот, отлично, друзья. Привели в порядок полочку одну. Так, и куча у нас хипстеров зашла. Давайте их обслуживать. А зачем мне, кстати, ударная установка? Я могу на ней играть. Но это как-то бессмысленно, на самом деле. Так, черная гитара, кстати, я вообще такой не видел. И ему нужен кабель и синяя гитара. Так, ну синюю гитару... А, вот она, кстати, черная. Я просто ее не хотел, наверное, замечать. Так, синяя гитара, мужик, и кабель где-то здесь висел, вот он. Держи, братан. Так, кучу денег он нам отсыпал. И черная гитара тоже у нас имеется. Два обслуженных клиента. Что ж такое, я не пролезаю, мне надо меньше есть, на самом деле. Черная гитара, кстати, нехило так стоит, друзья, смотрите. Куча бабла, да ё-моё. Давайте посмотрим, сможем ли мы на этот раз заработать больше. Я буду стараться сразу запихивать бабки. Так, запихиваем. Хотя, может, и не дороже. Тут куча двадцатых просто, они разными купюрами платят. Отлично, никого пока нет. Складываем бабки. Смотрите, застряла купюра, класс. А, вот все, смог я ее взять все-таки. Давай сюда затаскиваем. Уже 300, да, уже, по-моему, больше или нет. Так, ну что, народ, я готов собирать. Давайте закроем на всякий случай кассу. Монетки, кстати, можно тоже туда запихать, но не буду я этого делать. Так, и пока давайте сделаем тогда гитару, раз нам нечем заняться. Я теперь, что удивительно, все успеваю. Особо даже не тороплюсь. Так, красная гитара готова, можно сделать черненькую, давайте. Слушайте, а мы можем сразу несколько? Давайте проверим. Можем ли мы сразу несколько гитар сделать? Сейчас сделаем синюю сразу и черную. Так, есть там? Да-да-да, кто-то есть. Так, рэп. Да вон, я выкинул. Подбираю и все, бесплатно абсолютно забираю. И черная гитара. Давайте сейчас вот как раз и проверим. Раз. Два. Красную, пожалуй, отставим вот сюда вот. Так, раз. Два. Так, и... Блин, на самом деле, мне уже кажется, что я не успею нихера. По два предмета каждый раз брать. Да, кажется, я этого чувака обслужить не успею. Хотя, кто знает, может и успею. Уже половину времени я просрал. Так, струны раз. Да, можно, кстати. Делать сразу два дела на верстаке. Или нет? Или что-то упало, или чего? Да, что-то, кажется, упало, друзья. Что упало, не очень понятно. Или может надо друг на друга все это размещать. Блин, ну давай, черная гитара, что такое-то? Все же вроде есть. Чего не хватает-то? Короче, схема, друзья, не очень что-то рабочая. Не хочет черная гитара создаваться. Ладно, давайте пока синюю отдадим. И еще ему диск с какой-то ЛГБТ-группой, судя по всему, нужен. Так, забирай, брат. Гитару-то свою не забудь. Да, его я не успею, друзья, обслужить. Почему-то не получается у меня сделать черную гитару. Может, другие части нужны? Да вроде как нет, они здесь все абсолютно одинаковые. Давайте еще раз попробуем. Заново.
Вот так вот. Так. Струны. Да вроде как все уже есть. Больше ничего не надо. Не знаю почему, друзья, но что-то не получается. А вот сейчас получилось. Хотя этот мост гитарный или бридж, как он там называется, лежал здесь давно. Так, ну ладно. В принципе, нормально. Пока мы можем в кассу запихать еще немного денег. Но мы явно больше заработали. Ну, может, и не больше заработали, но в кассу я добавил больше денег по сравнению с прошлым днем. И все у нас на самом деле отлично. Блин, я бы поиграл в полноценную такую игру, на самом деле, где можно действительно работать, улучшать как-то свой магазин, может быть, расширять, ассортимент заказывать и так далее. Было бы прикольно, на самом деле. Так, 457 уже. О, черная гитара как раз. Избавимся от нее сразу же. Держи. Куда-то она улетает просто. Куда-то она прячет, судя по всему. Так, 500 уже. Одну купюру я, по-моему, швырнул мимо, да. Ну, ничего страшного. И день не скоро закончится, сколько я понимаю. Ну, 1000 я точно не заработаю. Хотел заработать 1000. Но не успею, к сожалению, за день. 600 баксов выручка уже. Да, и все, друзья. День закончился. Смотрите, $668 мы заработали. Это неплохо. Вот такая вот, собственно, игра. Ее можно скачать абсолютно бесплатно. Идея очень прикольная, но геймплей здесь маловато. Я, на самом деле, много подобных проектов видел. Но вижу впервые проект именно с музыкальным магазином. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.